Человек в зеркале был точно моей копией. Я взглянул в его глаза и утонул в них. Если глаза – зеркало души, то, о Боже! Как мне было холодно и неуютно, и мутно, мне вдруг стало страшно. Я отвел взгляд. Я протянул руку, человек по ту сторону стекла сделал то же самое. Мы коснулись друг друга, стекло было холодным. Я приблизил к зеркалу свои губы от моего дыхания, оно помутнело пальцем. Я нарисовал на запотевшем стекле окружность. Человек по ту сторону зеркала сделал то же самое. Я сказал, ты просто очень похож на меня. Моя копия ответила мне теми же словами, я не слышал их. Я это понял по движению губ, человек по другую сторону стекла повернулся ко мне спиной и ушел. Я секунду помедлил, усмехнулся и удалился в другую сторону. Пусть этот идиот думает, что я его отражение. Выходя на улицу, я надеваю маску прохожего. Но когда я встречаюсь на комнате, я здороваюсь, на лице моем появляется маска доброжелательности. Проходя мимо прилавков магазинов, я обычно надеваю маску безразличия, так принято. На работе уместнее всего маска озабоченности, маска заискивающей улыбки, больше всего подходит для общения с начальством. Для молоденьких девушек маска романтического героя, умудренного в супермена. Самая неприятная маска для врагов и недоброжелателей. Дома нужно надевать маску хорошего семенина, любящего отца. Иногда, когда я отдыхаю на лице, мою маску безмятежности и полного покоя. У меня много масок. Никто никогда не видел моего настоящего лица. Даже я сам. Вчерашней ночью, прогуливаясь по ночному городу, я встретил черного человека. Я не видел его лица, оно было черным, поскольку я не видел его глаз, то предполагаю, что на нем были черные очки. Пальто его тоже было совершенно черным, так же, как и его брюки, такого же цвета были его туфли, его перчатки, вероятно, шляпа на нем тоже была черной. В полной темноте его совершенно не было бы видно, если бы он не курил большую черную сигару. Впрочем, огонек ее тоже был черным. Она лежала совершенно голая, замусанными бочками животом вниз. Первое, что бросалось в глаза, огромные дыра в спине, неестественно вывернутые руки, голова. Голова лежала совершенно оторванная от тела. Грязная лужа одного глаза просто не было, но второй. Он был открыт и смотрел безразлично, смотрел никуда, смотрел в холодное бездушное небо, в жадных черных птиц. Меня и мне вдруг стало страшно и стыдно. Я переступил через мертвую голову, вывалил мусор и ведро в грязный бак и снова посмотрел на маленькое растерзанное тело. Так умирают куклы. Ночью выпал снег, красные хлопья покрыли землю кровавой краской. Снег падал на еще теплую землю, растекался кровяным лужам, по которым шли по своим делам редкие прохожие. Снег падал на их одежду, на их шапки, на их лица. Они стирали ладонями мокрый снег, оставляя красные полосы. Мальчишки бросали друг другу снежки, которые взрывались, разлетаясь кровавыми ошметками. Никто не кричал в ужасе, приведи их кровавый круг. Я вышел на улицу, вздрогнулся рукой до снега. Он был теплым. Я вернулся в свою комнату, открыл кран с водой, чтобы вымыть запачканные руки. Из крана полилась горячая, густая красная струя. Я понял, что весь мир сошел с ума. Я открыл окно и посмотрел вниз. Все красное. Я упаду, моя красная кровь смешается с красным снегом. Шаг вперед, удар! Из треснувшего черепа брызнуло белое, как молоко, кровь.